На площади Ленина в Донецке пост ГАИ круглосуточный и самый ответственный. Поэтому дорожно-транспортных происшествий здесь и раньше происходило мало. С введением же новых штрафов они практически исчезли. Инспекторы контролируют оживленный перекресток, пересечение улицы Артема и проспекта Гурова. Вот здесь, например, проезд прямо запрещен. Однако некоторые водители соответствующим знаком пренебрегают. Таких наряд дорожной милиции останавливает и штрафует. По словам инспекторов, если раньше наказание за подобное нарушение было просто смешным, теперь сумма выплаты возросла в 20 раз. Данным водителям грозит административный штраф в размере 260 гривен. По факту нарушения правил дорожного движения, пункт 8.4, то есть не подчинение требованиям дорожных знаков. Водители отдавать такие суммы не хотят, стараются добиться отмены санкций. Доказывают, знак поставили недавно, да и виден он плохо. Разводку, разметку, знаки у нас люди составляли не ведающие. У нас половина знаков висит в городе, не на своих местах. Значит, одних тормозят, одних не тормозят. У него номера 3-0, поэтому не тормозит. В итоге штраф заплатить оба отказываются. Один даже уходит, не подписав протокол. Однако таких, говорят инспекторы, немного. Большинство нарушения признают, и штрафы им платить приходится. И в следующий раз правила дорожного движения автомобилисты уже стараются не нарушать. В областной госавтоинспекции говорят, за год количество погибших в ДТП в регионе сократилось вдвое. Число травмированных уменьшилось на 2000 человек. Значительно снизилось и количество самих аварий. Количество дорожно-транспортных происшествий у нас уменьшилось порядка на 2000 фактов. Эффект от того, что штрафы были увеличены, то есть наказание было ужесточено, дал свой результат. Ну, соответственно, здесь же плюс ко всему, естественно, и эффективная работа подразделения госавтоинспекции. Заметили улучшение ситуации на дорогах и пешеходы. Люди замечают, с введением штрафов автомобилисты стали намного более дисциплинированными. Ну, вообще-то, наверное, стали. А, во-первых, уступают дорогу, останавливают машины. Конечно, стали. Ну, потому что боятся много платить. Что тут говорить? В дорожной милиции говорят, хотя количество аварий и уменьшилось, число нарушений правил дорожного движения по-прежнему велико. За день в регионе патрульные фиксируют 1500-2000. Госавтоинспекторы считают, чтобы улучшить ситуацию на дорогах еще, штрафы не помешают увеличить и в этом году. Оксана Витер, Сергей Середа, Панорама.